Давайте узнаем все о кинопремьерах недели в культурно-развлекательном комплексе «Звезда». Рома, расскажи, пожалуйста, какие из новинок проката советуешь посмотреть? Из новинок хотелось бы рассказать о фильме ужасов «Паранормальное». Два брата, которые воспитывались в секте, потом оттуда бежали, получают видеосообщение из этой секты с приглашением посетить место, где они росли. Но на самом деле видеообращение никто не отправлял. Фильм «Зои» рассказывает о двух ученых, которые подбирают определенные алгоритмы для схожести двух человек. И чем дальше они проводят эту научную работу, тем абсурднее выходит умозаключение. «Клуб миллиардеров» рассказывает о группе молодых ребят, которые придумывают схему, чтобы в два действия заработать очень много денег, но эта схема крайне опасная и для некоторых даже смертельная. «Офисный беспредел» — это хулиганская комедия, в которой рассказывается о том, что босс, чтобы повысить уровень успеваемости своих работников, дает им некий препарат, который повышает их трудовые способности, но у этого препарата есть побочный эффект — это агрессия. Самый сильный проект этой недели — это отечественная комедия «Килиманджаро». Картина рассказывает о любви, о девушке, которая едет в Азербайджан, на родину своего избранника, с друзьями. Там разворачиваются события данной картины. А одни из главных новинок лета – мультфильм «Монстры на каникулах» и боевик «Небоскреб» идут в формате D-Box. Эта уникальная технология позволяет полностью погрузиться в фильм, почувствовать себя героем картины. Движение на экране синхронизируется с движением кресла, что позволяет окунуться в мир неповторимых ощущений. Дождаться сеанса можно в кафе «Синема», а теперь и на летних крытых верандах «Гриль-сад». И, кстати, в «Звезде» работает терминал, где можно быстро распечатать купленный онлайн-билет, чтобы не стоять в очереди.